Вспомни, пожалуйста, как эта атака развивалась, которая гол привела? Я не помню, если честно. Я помню только передачи Зины и все. Зина, передача, дальше? Ну, принял на грудь и как-то носком между ног, по-моему, вратарю. Ну, в общем, ты фактически проталкивал мяч. Проталкивал, да. Ты доигрывал эпизод до конца. Ну да. Я сначала думал стрелять, но потом уже близко к воротам была. И я дотягивался до мяча и решил проткнуть просто. Ну, ты смог физически добавить даже во второй половине первого тайма и весь второй. Ты выбежал, можно сказать, весь матч. Да, ну и такая игра тяжелая, конечно, была. Пришлось, мы начали играть в два нападающих, и пришлось больше уже бегать назад, помогать своему защитнику, потому что приходилось и в атаке прессинговать, и когда длинная передача шла, уже страховать наших защитников, то есть подбирать мяч. Ну, это две тяжелые игры, но это такие игры, после которых все-таки ты чувствуешь, что ты не зря бегал, понимаешь? Да, конечно, всегда приятно, когда ты столько усилий прилагаешь в игре, ты побеждаешь, это придает уверенность, и ты понимаешь, что это не зря. Когда весенний футбол закончится у нас? Весенний? Угу. Ну, сборная же у нас собирается летом еще, да, важные игры, поэтому, наверное, только после них.